меня вопрос про творчество. Вот. Могут ли какие-то внешние факторы влиять на твою творческую продуктивность? Или это всегда все идет внутренне? The question is about creativity. Are there some external factors that can boost creativity? All creativity always comes from within, from inside. Можно уточнить? Допустим, есть такой момент, что есть работа, которая не очень... For example, her work is not so much creative. Да, not so much creative. И может ли эта атмосфера как-то влиять на твою творческую продуктивность? Или это не имеет значения? Атмосфера работы? Because she feels that her work life and her creative life are separated. Big difference. But work is not creative, and creative life, she would like to have it, to have a successful creative life. Yeah, this can happen many times. You have work, but this work should not be creative. Да, так часто бывает, что у вас есть работа, но она не творческая. If you go in work in office, если вы идете, например, в офис, use your mind very much, и вы очень сильно используете свой ум, then it will be not creative. Тогда там не будет особого творчества. Very good if you have work and creative. И очень хорошо, когда у вас есть работа и творчество. But many times, mostly, it's not happening. Но по большей части так не происходит. Many time is not happen these things you like and you get that. Очень часто не получается, что вам нравится, вы прямо это получаете. But if you creative work have, you like creative things and your work will be creative, it's very, very good. Ну, очень хорошо, если вам нравится творчество и вам хочется, чтобы и работа была творческой. Then this work will be your meditation. Тогда ваша творческая работа будет медитацией. But if it is not happening, но если так не происходит, and you have to do work, но работать вам все равно нужно, you need the money, потому что вам нужны деньги, and you have to do, вам нужно делать работу, then okay, do it. Тогда просто делайте ее. And be, it make your awareness. И просто сохраняйте ощущение бдительности там. And accept. И просто будьте в состоянии принять. This transport me in this time, Вселенная, in this существование вот в этот конкретный момент времени отправило меня сюда, на эту работу. Also after work you have some hours. Но в любом случае, после работы у вас есть какое-то время. And this hours, 2 hours, здесь несколько часов, 1, 2, 3 часа. Do any creative. Вы можете в эти часы заниматься творчеством. You like music, вам нравится музыка, you like singing, или нравится dancing, петь, танцевать. Are you helping to something? Или вам нравится какую-то помогающую активность проявлять людям? Like cooking. Например, готовить нравится. I give water to plants. Или поливать растения. Make more greenery. Make more gardening. Например, садоводством заниматься. So which type creativity you like? То есть тот тип творчества, который вам нравится? 1, 2, 3 hours every day. 1, 2, 3 часа каждый день вы можете этому посвящать. Then maybe it will be balance. Тогда, возможно, в какой-то момент появится некий баланс. Then balance comes. Тогда он придет. Otherwise, if only business. В противном случае, если только бизнес. Work is mind. Работа вот именно такая умственная. And sure, then your heart will be dry. Тогда, конечно, ваше сердце будет сухим. Heart will be no energy. То есть в нем не будет сердечной энергии. So heart has to be developed and mind also. Нужно тренировать и ум, и сердце тоже. If not happening, your work is like creativity. Then you do like this is your meditation. Если come back home and do something. Не нашли творческую работу, тогда пусть это будет ваша медитация. Вы возвращаетесь домой. If you like music, например. Just put music on. Да, нравится вам музыка, вы listening, singing, слушаете dancing, музыку, поете, танцуете, enjoying, наслаждаетесь. And some more creative work you have. Какие-то другие творческие дела вы можете делать. Be with nature. Вы можете находиться на природе. Be around nature, be going in any garden. Вы можете nature, river. Гулять на природе, заходить в какие-то сады. If you have near anything, you can be with nature. Если у вас есть какие-то такие природные массивы рядом. Which creative work you like.
which creative things makes you more joyful. И, соответственно, вы можете понять, какая творческая деятельность вам подходит, да, от которой вы удовольствие получаете. Walking also can be creative. Даже просто прогулка может быть творческой. When you walking without reason. Когда вы просто гуляете без какой-то причины и цели. And what you do, you have to go to office. Конечно же, иногда бывает так, что вам просто нужно идти до офиса. Then you just your focus not in walking, your focus on office. Тогда ваш фокус не на ходьбе, а фокус на офисе. How to reach your Вы думаете, office. Как мне побыстрее добраться до офиса? And as you start to go to office, you just thinking start. I have to do this. Как только вы начали идти, вы начинаете сразу думать. У вас генерируются планы в голове, что делать. But if you walking without reason, если вы гуляете без какой-то цели, just walking on the near nature, on the road, or anywhere, гуляете по дороге или где-то на природе, ну, где угодно, and no need to reach anywhere, когда у вас нет конечной цели, just walk, вы просто гуляете, просто идете. Walk can be creative. И даже такая прогулка может быть очень творческой. Такая прогулка может быть медитацией. Everything can be creativity. Все может быть творческим. Which you like. Все то, что вам нравится. Where your mind is not busy. Где ваш ум не занят. Mind is not busy means when you have any creative work, mind you not think what I get, what I lose. Когда вы во время творческой работы не думаете, что я от этого получу и что я потеряю, что приобрету, что потеряю. Creativity just you doing. And don't think what I will get. Творчество, вы просто это делаете и не думайте, что вы обратно себе получите. Just doing, just giving. Просто делаете, just happening. Просто отдаете, это просто происходит. But when you doing with mind work, mind first thing, what I get. Но когда вы делаете какую-то работу или деятельность при помощи ума, он всегда считает, что я с этого получу. This calculation take your all. Energy. И вот эти подсчеты, они забирают энергию. Take your all love. У вас же и забирают энергию, забирают вашу любовь. Creativity means just I giving and I don't want to get back. Творчество, я просто что-то отдаю и я не хочу обратно получать. Just give water to plants. Ну, можно просто полить растения. Just be with nature. Ну, просто побыть на природе. So many things has creativity, you have to look. Есть очень много разных вещей творческих. Надо what you like. Поискать то, что вам по-настоящему нравится. In kitchen can be creative. Вы на кухне можете проявлять творчество. Just cooking. Например, просто готовить. Cleaning the house. Вы можете заниматься уборкой дома. Cleaning the pots. Вы можете мыть посуду. Very normal, это очень soft things. Такие простые бытовые вещи. But it's very creative. Но они могут быть очень творческими. How you do? Как вы это делаете? Everything can be creative. Все может быть творчеством. But just creativity means I do, but I don't want to get back anything. Но творчество это то, что вы что-то делаете и не хотите получать обратно. Just this is my overflow. Это просто из чувства того, что вы переполняетесь. I have love. У меня есть любовь. When you have love, anyhow your creativity happens. Когда вы в состоянии любви, вы уже творческий автоматически. But if you do not have love, but you do any creative things, certainly love is coming. Но если вы не в состоянии любви, но просто начинаете заниматься творческими вещами, это чувство любви начинает проявляться у вас. You can feel that love is coming. И вы можете чувствовать, как эта любовь появляется. Enjoy. И тогда вы будете наслаждаться. So if your work is like very busy, если ваша работа такая очень умственная, no feel any creativity, и вы не ощущаете там творчество, okay, do it. Продолжайте, просто делайте. Но когда возвращаетесь домой, тогда делайте что-то творческое, что вам нравится. Какие-то медитации и какие-то вещи, которыми вам хочется делиться. И эта творческая деятельность тоже будет вашей медитацией. Медитация делает вас творческим. Если вы медитируете, творчество у вас проявляется. If you do creativity, you will become meditative. Или же, если вы занимаетесь творчеством, вы становитесь более медитативным. Coming meditation means come back to yourself. Feel yourself. Стать медитативным, это значит вернуться к самому себе, почувствовать самого себя. И это будет происходить. Make balance. Тогда просто создайте баланс. Both is needed. Потому что обе вещи нужны. It
creativity, your heart is open. Через творчество открывается ваше сердце. Business, а через, через бизнес тренируется ваш ум. And both is need. Обе вещи нужны. It is not, mind is no need. Mind не то, чтобы ум не нужен, ум тоже нужен. But good mind. Но нужен хороший ум. When you have a heart, creativity, relax, then your mind will be also more better. Когда у вас есть сердечное состояние, творчество, тогда и ум ваш будет более позитивным. More think, right thinking. Вы будете более правильно мыслить. More confident. Вы будете более уверенным человеком. More positive. Более позитивным. Then everything will be right. Тогда все будет правильно. So, like. Вот так. So we finish now. Сейчас мы закончим. Looks like. And before finish, some music. Anybody have live, otherwise we do. Может быть, перед тем, как закончится оценка, у нас есть какое-то живое выступление, но если его нет, то просто послушаем музыку. And tomorrow will be more one satsang here. Завтра будет еще один сатсанг здесь. Time. В то же самое время. And then Peterburg I leave. И затем я уезжаю из Петербурга. Then from 8th. Затем с 8 числа, с 8 ноября, сатсанги начинаются в Москве. 4 дня, 8, 9, 10, 11. И затем вы можете уточнить у Сарасвати, где это будет проводиться. С 9 числа начинается группа, медитативная программа, которая называется «Первый шаг к самадхи». Who want to join? Те, кто хотят присоединиться. Who want to do? Те, кто хотят ее пройти. Come. Go, do. Приезжайте. It's very strong, very good. Это очень сильная группа. Очень хорошая. And after this group, 7 days meditation much, you will like, fall in love in meditation. И после 7 дней медитации на этой программе вам будет нравиться медитировать. Once if you fall in love, вы влюбитесь в медитацию. You will be hungry for meditation. Если вы один раз влюбитесь в медитацию, вы будете жадными до нее, голодными до медитации, и жизнь будет правильной. Then my work, my help with you затем is done. Моя помощь вам сделана, моя работа сделана. I want you be love in meditation. Я хочу, чтобы вы влюбились в медитацию. Be in love, чтобы be in meditation. В любви, в медитации. Then life automatically makes you better and better. И затем жизнь автоматически у вас будет все лучше и лучше. This is my sharing with you. Это мое желание делиться с вами. No any other things. Других вещей нет. I want you will be more aware. Я хочу, чтобы вы были более бдительными. More light. Более светлыми. More conscious, более осознанными, and life will be beautiful, creative, тогда жизнь creative, будет beautiful, красивой, творческой. Everything will be okay. И все будет в порядке. Then you one day you say yes, I have nice, I'm find everything, I have everything. В один из дней вы скажете, у меня все хорошо, я все нашел. And this I want to. Looking you, listen from you, yes, I have. Я хочу I know everything. Услышать это от вас. Да, я знаю все. So who want to come Moscow also? И те, кто хотят поехать в Москву, приезжайте. And this week in group time, anybody who want to live there, one day, 2 days, 5 days, maybe 7 days. Так как группа будет проводиться за городом. Even not doing group also. Если вы даже не делаете эту программу, но хотите побыть в этом месте, в этом пансионате, несколько дней, вы там можете пожить в этой атмосфере. Enjoy the atmosphere, enjoy the energy field. То есть, наслаждаясь вот этим энергетическим полем и всем тем, что там происходит. So, and there will be retreat also. Там также будет ретрит. Saturday, Sunday next. В следующую субботу и воскресенье. And group also. И семидневная программа тоже. Get that. Хорошо.